праздник сегодня в Челябинске. Боже мой, конечно, ей этот лук четверной был очень нужен. Она его делает прекрасно. Она его делала на разминке. Ну, с неважным выездом, но у нее огромный же прыжок. Огромный. И даже при том, что она сейчас выросла и вес другой, она делает его прекрасно. Но программа без четверного, без акселя. 3,5 оборота. Да, хорошая программа. У них у всех хорошие программы, понимаете? Интересно, как сейчас будут судить судьи. Мне очень интересно. У меня есть предположение, которое я могу высказать, а могу не высказывать, чтобы... Татьяна Анатольевна, давайте поддержим интригу. Меньше на меня потом ругались, да, но... А она сделала все дальше возможное, что у нее было в программе. Да, тяжело сделала. Тяжело каталась. Но это сегодня. А завтра она будет это делать легче. Вот. Так что интересно просто. Конечно, ее так любят люди. И на... Вот видите, какой был огромный наклон в прыжке. Этот прыжок не вытянулся. А дальше все как дети в школу.
И это там флип-тулуп-тулуп не случайно. Двойное специально для того, чтобы во второй половине прыгнуть два каскада с тройными прыжками, 3-3, чтобы ставили, чтобы коэффициент был, и чтобы умножить это на 10, и чтобы получить больше. Она большая молодец, но, конечно, не сделала тулуп. Она не рассчитывала на это. Я думаю, что тренеры все верили, что она сделает. Все мы верили. Ну, ничего. Если она в этом году, в таком тяжелом для нее году, когда она оформилась, делает это, то на следующий год она будет делать это блестяще. Она не выиграет, это понятно. Давайте дождемся оценок. Нет, она не выиграет. Камила Валиева набирает 156,14 балла. Третий результат по произвольной программе. А по сумме будет второй. А по сумме? По итогам соревнований она занимает третье. Нет, и по сумме она третье место. По сумме третье место. Поздравляем Аделию Петросян. Поздравляем Софью. Нет, это понятно, что будет Петросян. И очень хорошо, что Соня Муравьева поднялась. И вторая. Это честно. Это обидно для Валиевой, но это честно. Лидеры подтвердили свой высочайший класс. Золото у Аделии Петросян, серебро у Софьи Муравьевой, бронза у Камилы Валиевой. Спасибо нашим спортсменкам. Это было здорово. Ура! Чемпионат закончился. Второе место занимает Софья Муравьева. Бронзовым призером становится Камила Валиева.